Следственный комитет Чувашии проводит доследственную проверку по факту пожара, в котором погиб 6-летний мальчик. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Напомню, в ночь на воскресенье, 24 июля, в Алатыре загорелся частный одноэтажный дом, в котором находились двое детей. 13-летняя девочка сейчас с множественными ожогами в больнице. Ее брат погиб. В настоящее время 13-летняя девочка находится в больнице в городе Чебоксары, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следствием проверяются различные версии возникновения пожара, точная причина которого будет установлена после проведения назначенной пожарно-технической судебной экспертизы. Причины нахождения детей дома одних будут установлены в ходе проведенной проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Здание выгорело дотла. По этим кадрам можно лишь догадываться, какой силы был пожар. Уцелела только внешняя стена, сложенная из кирпича. Без ответа сейчас не только вопрос о причинах случившегося, но главное и самое важное, где была мама детей в момент, когда началось возгорание, и почему она оставила малолетних дома одних. А город нам говорит, что сведений по ней ни садик, ни школа, по то, что мать там пила или действительно нарушала как-то там режим или не исполняла детские обязанности, нет. Обычная семья, которая, то есть вот которых много, то есть тысячи и миллионы. По сведениям, поступившим вот из администрации города Алатырь, семья не состоит на каких-либо видах учета. В целом характеризуется достаточно положительно. Да, родители находятся в разводе, дети проживали с матерью, отец живет отдельно. Но, опять же, повторяю, что каких-то отрицательных сведений по этой семье не было.